Приветствую вас, садоводы-любители, на канале «Экзотика цветов». Сегодня я готовлю землю на весенние посадки. Что я делаю? Я беру огородную землю, высыпаю ее вот в пачку. Вот такая огородная земля. Самая простая, обыкновенная. Ну, правда, слежалась немножко. Что мы делаем? Ну вот, мы ее сейчас разровняем, взрыхлим, разобью комочки все. Ну, такая простая земля. Когда-то была лишняя, собиралась она в отдельную тару. Ну, каждую осень я ее готовлю, добавляю с нее. Сейчас добавки посмотрим. Ну, вот так. Разбили комочки. Земля такая влажненькая. Ну, обыкновенная огородная земля. Ничего особенного в ней нет. Это земля. Все. Дальше добавляю. Вот у нас такой есть продукт, как башкирский конский биогумус. Вот на эту часть песка, поскольку это очень сильная добавка, я ее немножко добавляю. Вот так вот. Теперь снова перемешала. Все должно быть в меру. В этой емкости удобно делать землю. Дальше что я делаю? Вот у нас есть еще такой продукт, как универсальный биогумус. С биогумусом. Такой вот грунт. Вот на эту массу земли я добавляю 10 килограмм. Мешок 20 килограмм. 20 литров. Вот 10 литров я добавила сюда. И опять все. Смотрите, какой он. Ой, прям вообще, хоть на хлеб маш. Такой хороший, перепревший. Купленный он был еще года 2 назад, наверное. Я ж такая, чтобы у меня все было в запасе. И вот. Делаем с ним почвогрунт для наших весенних посадок. Чистый вообще-то грунт, очень хороший. Чья это фабрика, сейчас даже скажу. Грунт питательный торфяной. Так, чья это фабрика. Срок хранения 5 лет. Вот, Перм Агробизнес. Спасибо им, хороший грунт. Замечательный, разлипчатый. Смешать с этим составом огородной земли прям ничего лучшего не придумаешь уже. Вот так вот руками все не брезгую, это же земля, мы на ней живем, мы с нее едим, поэтому люблю все делать руками. Перетру, все это соединю. Ну, вот так вот делаю. Очень хорошая такая земля получается для посадок весенних. Ну, что надо. Не должна она быть и жирной, не должна быть как бы бедной. Вот это вот, на мой взгляд, я считаю, что для меня, для моих посадок, это то, что надо. Посмотрите, что было. И что получилось? Ой, вообще. Видите, ни мусора нету. Ничего, все ушло в этот состав. Ну, вот я так делаю. Все, теперь вот в мешки складываем. И вот уберем это все на зиму. А придет сезон, будем доставать, отогревать и высаживать. На этом я с вами прощаюсь. И желаю всем удачи. Увидимся на канале «Экзотика цветов».